получается. Ну, я, может быть, его тоже использую. Да. Все, можете говорить. Ну, я буду повторяться, наверное. Капитан команды 4-й городской больницы Ольга Ахмедов. Играли сегодня с институтом радиологии. Это лидер регулярного чемпионата. Проиграли 6-2. Казалось бы, крупный счет, но счет абсолютно не отражает суть самой игры, потому что достаточно сильный отпор мы дали этой команде за счет самоотверженности наших нападающих, защитников наших. Скамейка была в этот раз больше, на два состава, аж 13 человек сегодня было. Что касается упущенных возможностей, да, они были, есть эти упущенные возможности, но будем работать над этим тщательно. Выигрывали при этом 2-1, представляете, но проиграли 6-2, жалко. Поблагодарить хотел в очередной раз наших прекрасных болельщиц, их в этот раз было значительно больше. В очередной раз это лидерство у отделения реанимации и отделения рентгена и радиологии. Спасибо хотел сказать организаторам, спасибо хотел сказать администрации нашей во главе с Георгием Ильичем Маваканяном. Победы будут, и ждите их обязательно. Спасибо.